Ребята, привет! Будет короткое видео. Вы, наверное, уже слышали о сайте Pandao. В основном все говорят то, что это кидалово, развод, ничего не придет, таких цен не может быть. Но я у вас, как сказать, рисковый блогер, рисковый парень, и, соответственно, заказал почти на пол ляма, ну, на 500 тысяч рублей, всяких телефонов в основном. Хотя даже не в основном, одни телефоны я позаказывал. Заказал пару седьмых айфонов, заказал Redmi 6A, Redmi 6, ну, если не верите, конечно, я вам покажу. Ну, с разных аккаунтов заказал, но вот с этого аккаунта, допустим, вот, не знаю, видно вам, нет, вот на 53 тысячи, на 4, с каждого аккаунта примерно на... так, подождите, а где у меня этот, как его? Пятый-то. А, вот, на 15 тысяч. В общем, с каждого аккаунта примерно по 75 тысяч рублей позаказывал, потому что таможенный лимит 1000 евро в месяц. И с разных аккаунтов. В общем, почти на пол ляма с 5 аккаунтов, ну, друзей, подруг. Вот, суть в чем. Смотрите, то есть я рискнул, конечно, этими деньгами, но надежда была всегда, что доставят так, как были... Был сайт такой JD, за копейки там отправляли. Я всегда рискую в таких случаях. Вот, и в этот раз тоже рискнул. Был такой магазин BitTech, он назывался, вот где я в основном покупал вот эти вот Xiaomi Redmi 6A, 6. И что-то он это не отправлял товары, но вчера статус обновился, и товары подправлялись. Так вот, к чему это все? Все же ноют на форумах. Вы типа дебил, зачем деньги свои отправляете? Вот я хочу посмотреть на те лица потом, когда все эти аппараты придут. Я, конечно, точно не знаю, что там, ну, в каком качестве придет и так далее, но чуйка мне подсказывает, что все будет нормально. И какой еще был прикол? Прикол был такой, то что этот, как его, Тинькофф давал на первую покупку, на первую, 25% кэшбэка. И хотите прикол? Этот кэшбэк уже пришел. Это вообще же капец. Ну, примерно 100 косарей там прилетело. Я специально карту для этого пофармлял. Вот, и что, и ждем. Как что-то придет, конечно, все, наверное, распаковывать не буду. Когда первая посылка придет, там коробка из 10-15 телефонов, я вам расскажу, покажу, как дела вообще будут обстоять с этими. Вот, я никого не принуждаю, я ссылок никаких ничего не оставляю. Вот в поисковике ведете Пандау, но я рискнул. И посмотрим, что из этого выйдет. Все, всем пока, удачи. Пишите письма, ставьте лайки, комментарии и любые вопросы. Всегда постараюсь ответить. И вот еще, знаете, к чему это все? Ну не бойтесь вы ничего, ну Пандау, ну реально, крупный бренд типа AliExpress, который владеет Mail.ru. Не ссыте, есть деньги, да вложите вы эти деньги хоть куда-нибудь, делайте какие-то смелые поступки. Ну, что этого стоит, не знаю, там деньги, скорее всего, вернут. Если не вернут, то придут телефоны, не придут телефоны, ну, явно какой-то будет опыт, ну, минусов из этого минимум. А если все придет, представляете, с кэшбэком, это хорошая прибыль, это навар. В общем, к чему это все? Не бойтесь, а делайте. Всем удачи!